Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру Warriors Rise to Glory. Так, ребята, у них здесь было обновление, они вроде бы добавили здесь щиты. В общем, давайте вначале мы с вами определимся, за кого мы будем играть. Браток, повернись, я хочу твою физиономию видеть. Красные глаза, как у рака. Панда киллер. А ну давай вот так вот. Лонзо, Итачи, Карна, Индра. Белатрикс. Давай Индру возьмем. Так, и пожалуй мы возьмем с вами. Ядрить тебе на... Во! Вот так вот у нас пускай. Нет, подожди, давайте рандомно. Охренеть. Так. Ну, дайте что-нибудь такое путевое-то, ё-моё. Да ядрить тебя на... Воу. Так, жесть какая-то. Зеленым не хочу быть, по-моему, мы в тот раз с вами играли зеленым. Давайте вот так вот с вами. Хорошо, пускай будет. Так, что же возьмем? Возьмем атаку. Так, у нас 16 очков с вами. Плюс защиты. Давайте вот так вот десяточку. И здесь десяточку. Так, все. Получается, да. Мы только атаку и защиту с вами увеличили. Дальше у нас идут. Так, 8 очков. Скилл, поинты. Так, давай, наверное, мы вот это возьмем. Вот так. Надо что-то еще здесь. Блин, жалко, что она не русифицированная. Блин, был бы перевод, вообще было бы шикарно. Так, что, все? А, нет, 3 очка еще у нас есть. Так. Давай возьмем так и вот так. Все, окей. Ага, нам дают говнюка какого-то. А почему меня сюда переместили? Ну давай так, с палочкой с этой. Ну-ка, дай-ка я его ткну. Не могу, ребята. Ууу, было больно. Промахнулся гнида. Отлично, ребята. Первая победа за нами. Ну что, мы как обычно с вами. О, смотрите, у него какое оружие страшное. Так, сколько дает? Помните, у нас квота. Хрен с ним, пощадим. Мне на первых порах, ребята, нужны бабосики, поэтому... Так, отлично. Оп, сразу же уровень получили и двигаемся с вами дальше. Так, бабла, бабла у нас, наверное, не так уж и много. Так, что нам сделать? Давайте, наверное, стрейч повысим. Хорошо. Так, да, версия у нас 0.0... А, точнее, 0.44. Так что, ну, что-то слишком долго они, ребята, как-то ее улучшают. Не знаю, когда мы с вами увидим вообще финал полный. Но пока вот так вот наслаждаемся бетами. Так, давайте сразу же мы с вами в магазин отправимся. И попробуем что-нибудь приобрести. Сколько у меня? О, серебра-то у меня здесь за глаза. Серебра просто за глаза. Поэтому я думаю, что мы с вами сейчас все вот это вот купим. Полностью деревянный, так скажем, комплект. И сразу же все это дело установим. А, да, вот, ребята, как раз и щит. Щит нам нужен, знаете, для чего? Для того, чтобы укрываться от стрел. Именно для этого он сюда и поставлен. Так, и ножичек. По-моему, ребят, все. Хотя, подождите, мы можем с вами, наверное, купить какое-нибудь оружие. Или же нет. Так, топориком я обычно всегда пользовался. Давайте топорик мы с вами возьмем. Вот. Все, ну что же. Погнали дальше. Дуэль. Угу. Вперед и на бой. Давай, иди сюда, сосунок. Так, ну-ка. Оу! С удара, ребята, его просто снес. Ну, сколько? Сколько бабла ты мне дашь? Давай, зеленожопой. Сколько? Хрен с тобой. Нюхни газку. Замечательно, ребят, победа. Так, бабульки растут, растут. Уровень не растет. Нам, ребята, вот это, кстати, тоже нужна полоска. Она делается только за убийство оппонента. Если мы его щадим, мы получаем только деньги. Если убиваем, то получаем именно этот опыт.
Так, смотрим, здесь у нас второго уровня. Так, должны, по идее, мы его порвать. У нас и дамаг посильнее. В общем, смотрим. Давай-ка вот сюда передвинемся. Да, давай обычно ударим его. О, да ты промахнулся. Все, тебе хана, ребят. Ему финита ля комедия. Сколько бабла дашь мне? Слушайте, мне эта татуировка напоминает, знаете, как у этого. Опачки! Хо! А вот это вот новенькое что-то. Щенок, видно, денег не было. Бомжара. Fresh Meat мы получаем с вами. Действительно, это мясо, ё-моё, ходячее было. Так, характеристики повышаются у нас. И мы с вами, да, вот житухи мы себе, пожалуй, здесь приподнимем. Так, что у нас еще? Скилл. Так, одно очко. Так, давай вот сюда вот поставим. Чего-то 10 там процентов шанс конфузия. Конфузию сделать. Survival. Выживание, блин. Это, наверное, жестко будет здесь. На survival. Так, а вот здесь уже, ребята, не до шуточек. Здесь такой хмырь. Смотрите-ка, он ходит. Офигеть сколько. То есть он от нас может убежать хрен знает куда. И там нас расстреливать. О, видите, о чем я вам и говорил. Ну-ка, попробуем. Вот так вот, на семерочку. Куда ты? Вот, еще разок. Так, ты достал меня гниложопой. Так, деньги сзади выпали. Блин, мне придется отдыхать. Стамина кончилась. Ах ты, гаденыш, появился за баблом. Глупо было. Согласитесь. Все, пора завязывать, у него 3 хп, ребята. Конечно, покемарить придется. Слушайте, а я тогда спляшу. Вот такой вот танец у меня. Стамину, гад, восстановил себе, а? Чебурек. Опачки, а вот это было нежданчиком для меня. Вот за это тебе, гнида, конец. Что ты там мне хочешь показать? Татуировки ты себе тут сделал такие. Сколько? Пошел ты. Мне твои бабки не нужны. Слишком дерзким был, блин, ты. Так. Ну, давай-давай вот эту вот нижнюю. Блин, всего лишь по одному. Ой, как мне много еще придется здесь заработать. Так, ну что, ребятушки. Интересно, когда здесь будет онлайн-тур этот... Чтобы мы в реаль... Ну как, по онлайну с вами. Да-да-да, я тебя вижу. Могли драться с реальными игроками. Что у нас в таверне? Так, а, в таверне, ребята, у нас ставки в казино, понятно. Инвентарь, шоп. Кстати, в шопе мы можем же с вами уже, наверное, броньку-то посолиднее взять. Кстати, они новую броню сюда не ввели. Ого, по-моему, такой раньше не было, ребята. Максимум, по-моему, вот это было. Или я путаю. Ценники, вы посмотрите, цена какая. Фига себе. Броня темного эльфа. Офигеть. Броня самурая. Так, ну мы с вами вот это можем приобрести. Так, давай возьмем вот это. Ой, зачем две-то? Ё-моё, блин, продать. Что, да, продаю. Потом штаны. Вот. Все, блин, там максимум, на что мне хватило. Зашибись. Ладно, надеваем штаны. Наручи. На плечи. И ботинки. Пока так. Это все, ребят, продаем. Эй, подожди, одевай. Как продать-то, ё-моё? Как продать? Жесть какая-то, я забыл, как продавать. Подожди-ка, назад. В инвентарь. Нет, это мы просто меняем. Слушай, ну только что же, блин, продавал, уже не могу продать. Издевается, что ли, надо мной, блин? Короче, ладно, фиг с ним. Некогда сейчас на это отвлекаться. Дуэль, погнали. Мне вот это добивает, ребят. Неужели раньше такие были шлемы?
просто какую-то бочку, блин, на голову себе. Ты не припухли, а? Братюня, ёпты. Это что такое было? Фига ты, блинов наелся, блин. Сразу же начал. Так, рьяно. А ну-ка дай-ка. Не, мне нужна стамина, ребята. А у него стамина до хрена, кстати. Пошел отсюда. Ага. А если я? Все, ребята, я думаю, что ему сейчас будет кранты. Нет, еще живет сосунок. Выделывается. Ну, а теперь... Да. Ну, что ты там будешь делать? Покоцанный. А, ну это твой выбор. Твой выбор. На. Готов, буржуй недобитый. Мне нравится. Так, еще данные на одно очко. 8. Погнали дальше. Так, ну денег у нас, ребята, с вами. Хотя можем, можем, по-моему, мы с вами приобрести щит. Нет, не можем, он 600 стоит. Как вот это вот... Как вот это вот трихомудие, ребят, мне продать? А, вот, вот здесь надо продавать это все было. А вот теперь-то мне как раз, ребятушки, и хватит. Хватит мне на щит. Вот. Так, естественно, надо его сразу одеть. Погоди-ка. Во, баклер. Шилд. Все, нормуль. Ну что же, погнали дальше на дуэль. А когда будет турнир? Там турнир у нас, кстати. А, ну он сейчас будет, мы сейчас, ребята, дойдем. Что такое? Не знаю, что это означает. А, все, понял. Время идет, ребята. Некогда, типа, ждать, надо... Оу! Ходить пореже и почаще. Так, он поспал. На тебе, гад. Так, еще раз... Нет, нам нужно отдыхать. Стамина восстановилась. Очень мало стамины, ребята, у нас. Совсем... Ух, хорошо-то как. Одно зарубится у него. На! Отдохни маленько. Кстати, смотрю, в последнее время что-то без танцулик у нас здесь обходится. Раньше только пляски были. Ты посмотри-ка, никто не хочет мне бабусики подгонять. Что за дела, я не понял. Мы так не договаривались. Ладно, сам напросился. Так, 9, о, уровень получили. И 9 очков, да? Ого, нет, ребят, не 9, 14. Так, замечательно. Повышаем характеристики. Так, мне нужна энергия здесь. Так, энергия. Один скилл поинт. Давай-ка вот сюда. Что это такое? Душа какая-то. Хорошо. Ну, денег у нас 714. Мне нужно, ребят, купить шлем. Мне не нравится эта бочка дурацкая. Дайте-ка мне нормальный шлемачок. Ага, здесь еще пока недоступно. Вот так вот. Одеваем. И продаем. Денег маловато, ребята, очень мало. 344 серебряных, как-то не айс. Оу. Все, дуэли кончились, что ли? Турнир? Блин. Или выживание? Придется нам идти на турнир. Да. Вортиган, как всегда, у нас тут на первом месте восседает, гад. Так, ну это деревяшка, ребят, мы его сейчас просто разорвем. Даже не поморщимся. Так. Ну, давай так попробуем. Ах ты, промахнулись. Тихо, тихо, не буянь. О, хорошо. Воу. Что-то у него как-то ата... Ах, у него, смотрите, у него... И меч, говорю. Топорик будет похлеще-то, чем мой. Ёпрос, это здоровье-то. Здоровье-то у меня как улетает. Сейчас тоже будет спать. Сосунок. И хорошо. Прожарил, ну. Есть, ребята. Если я сейчас попаду, он труп. Е. К ногам к моим падай. Хмырь покоцанный. Ну. Как скажешь. На. Отлично. Но радоваться рано, ребята. Впереди будет еще жестче. Погнали. Йони против нас. Йони.
Слушайте, у него атака, блин, топор-то, по-моему, какой-то другой. Я забыл, ребята, топор купить. Вот что надо было сделать-то мне. Оу, точно. Топорик-то у меня все старенький. Ах ты! Тихо, тихо. Как замахиваться, мне ж кошки на душе скребутся. Так, а здесь, ребят, ловушка. Ну давай, иди сюда, гнида. Нет, не хочет идти. Ну беги сюда ко мне. Ха-ха-ха-ха. На, ой, надо было пнуть его, ребята. Как раз бы он на эти шипы бы и попал бы. Ну ладно, так, я думаю, разберем. Ух, промахнулись. Жесткий промах. Да, блин, мне тоже надо покемарить. Давай покемарим. Оу, ребята, плохо дело, плохо, нужно отходить. Сами видите, стою в ловушке. И еще одна, да вы издеваетесь, что ли? Так, мне тоже отдохнуть надо. Так, отойдем от него подальше. Так, хорошо. Не отстает от меня, ты посмотри. Обмен ударами у нас происходит. Что ты тут заплясал? По-моему, поздно. Оу, тихо, две ловушки. Это что-то новенькое, такого раньше не было, ребята. Чтобы аж две подряд было. Ха, тоже попался, гад. Так, три здоровья у него, ну, е. Yeah. Победили. Ну, пощады пускай не ждет. А он и не попросит, в принципе-то, ее. Тут нельзя, как говорится, откупиться. Хе-хе. Но. Так, еще два очка, ребята. У нас будет дополнительное скиллпоинт очко. Так. Мойчи. Ну, давай посмотрим. Если мы его выигрываем, то у нас... Так, ну тут хорошо, тут деревяшка. Так что должны его победить. Так, давай подходи. И мы тоже подойдем. Попробуем так. Е, попал. Вот топор у него на 26, ребята, звезданул. Вы представляете? Слушайте, мне не нравится здесь одно, ребята. Что я очень мало могу двигаться. Я, грубо говоря, ограничен в ходьбе, блин. Так, надо отдыхать. Стамина кончилась. И он сейчас тоже будет отдыхать. Так, а на тебе. 30 здоровья у него всего осталось. 21 очко. 13. Кто, я или он, ребята? 4 очка здоровья. И последний удар. Е! Yeah. Ребята, мы с вами сейчас будем драться с Вартига. Кстати, у него, смотрите, тоже такая же прическа, как у меня, гад. Хорошки сделал. Не дорос еще, чтобы вот так вот ходить. Да, я знаю. На дорожку тебе. Грим Риппер. Достижение получил. Ха-ха. Ну, дай скиллпоинт очко. Во. Джиш, в гневе. Да, ребята, вот мы и добрались с вами до Барбариана Вартигана. Ух. Панда киллер, блин. Жалко, нельзя вернуться и, ребят, как говорится, закупить себе другие вещички. Да, этот парень будет очень жестким. Тем более он 5 уровня. В отличие от меня. Сейчас он меня здесь, по-моему, и порвет. Пока, честно говоря, я не вижу в этом щите, грубо говоря, нужды никакой, абсолютно. Не вижу преимущества, ребят. Оу, щит, ты посмотри, как он... Как он хренанул. На, гад. Еще разок. Есть, на 10. Так, он отдохнул, да? Он отдохнул, гаденыш. Мне тоже надо спать. Сейчас звезданет, чувствую. Промахнулся, это хорошо, ребят. На 8, слабенько мы бьем. Так, у кого сколько хп? Блин, у него... Да чтоб тебя, гад ты этот. Так, ну-ка еще разок. У него... Блин, у него все равно пока больше, ребят, здоровья. Если бы он промахился бы... Ай, блин. Мне тоже придется отдыхать. Ничего не поделаешь. Фух, повезло. На 8. Да слабо мы бьем, ребят, слабо. О, вот это хорошо сделал, кстати. Е-е-е. Так, у него, ребята, 33 здоровья. Да у меня тоже не больше. У меня 39. Воу. Что-то он
В гневе, ребят, по-моему. Да что ты, блин, будешь попадать теперь? Если он сейчас попадет, мне хана. Нет, 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 нет. Фу. Или-или. Да ладно тебе, блин. Все, ребят, сейчас он меня, по-моему, захардокает. Или... Да ладно, блин. Yes! Вау! Ребята, я его наказал. Жесть какая-то. Но все. Гвадалупа, можешь тут и не выделываться. Тебе все равно кранты. Отлично, ребята. Фу, блин. Хорошо, что он все-таки промахивался, а. Вау. Кровные золотые мои пришли. Так, мы с вами получили еще сундук сокровищ. Да, отлично. Да, я новый чемпион, ребята. Так, характеристики повышаем. Вот только что. Давай-ка вот это, наверное, повысим. Так, и скилл поинт очко у нас. Хаст и фит. Давай попробуем. Что-то ускоренное движение какое-то. Так, дуэль. Естественно, мне нужно в магазин. Сразу же в магазин. Так, подожди-ка, вот что такое? А, это я могу продать? Или же могу не продать? А что можно с этим сундуком сделать? По-моему, ничего, ребята, да? Ходсшет, это что такое у нас? Ого! А это что еще такое? Так. А, это, видимо, на двоих, что ли, играть сразу же, да? Ну, вдвоем. На одном компьютере. Друг против друга, понятно. Ладно, хорошо. Да, я вижу, вижу тебя, подожди. Мне нужно отправиться в магазин. Это, по-моему, ребята, просто все-таки продается у нас. И где же? Вот она, новая, ребята, бронька. Так, и все, что ли? Да жесть какая-то. Так, а что нужно нам для топора? Для топора нам нужно 12 силы. Угу. Ладно, давай надевать тогда вот это. Это, естественно, сразу продаем. И больше нам ни на что не хватает, да? Нет, хватает. Мы можем... так, сколько? 8 к защите, тут 5. Давай так, вот так вот сделаем. Это продаем. Фух, ну что же, погнали дальше, ребята. Конечно, с таким топориком, пожалуй, я далеко уйду. Оу, неудамаг, смотрите, 12-14, а у меня 7-8, да это... Это никуда не годится. Просто никуда, ребят. Ага, ха-ха-ха. Достаешь, да? Ну давай, давай. Опа, видели? Вот, теперь я вижу, к чему тут щит, ребята. Ну-ка, давай-ка... Слабо, очень слабо мы, ребята, бьем. Надо менять. И желательно поскорее. Нам с вами оружие. Иначе мы так далеко не уйдем. Черт, я уже без брони. Да ладно тебе, блин. Мне еще не хватало здесь отдуплиться. Ах, промахиваемся. Промах за промахом. Я тоже отдохну. Ребят, я до второй лиги еще не доходил. Оу. Да что ж такое-то? Что ж мы промахиваемся-то? Это 5-4. Давай еще раз. Отлично, на 8. Ты посмотри, у него сколько здоровья, ребят. 90, блин. Против моих 50. Ну-ка. Эх. Такое ощущение, что это мой последний бой, ребята. Опа. А как кто так сделал? Так можно, что ли? Раньше такого нельзя было, ребят, сделать. А сейчас, видите ли, он обошел. Так, мне отдыхать придется, ребят. Стамины нет вообще. Да давай ты. Да что за фигня-то происходит? Я не могу понять. У меня все меньше и меньше, ребята, здоровья. Так, он решил отдохнуть. Ну и мне тогда придется. Так, он промахнулся, это хорошо. О, и я промахнулся. Да чтоб тебя, ребят, у меня 9 здоровья. И я чувствую, что... Да. Ну, я могу откупиться. Так, сколько у меня золотых... Ой, серебра, я уже забыл, если честно.
Черт, я не помню. Я не помню, ребят, сколько у меня. Ага, 313. Ну давай вот так вот посмотрим. Пощадит, нет? Гад. Нет, не пощадил. Мешочек с деньгами катится. Слишком мало дал, ребят. Надо было ему, наверное, все деньги дать. Ой, спасибо. Так, ну что тут у нас? Так, 10 очков. Лучшее оружие, блин, топор. Надо было... Ребят, я проиграл, по большому счету, из-за того, что у меня не хватило денег на оружие. Жаль, конечно, жаль. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать этот видосик. Ждем от этой игры или дальнейших обновлений. Конечно, в идеале хочется уже полноценную версию. Ну, а на этом все. Всем пока и удачи!